Добрый день. Давайте сейчас поговорим о полезном бесплатном таком ресурсе, как сервис FastPic. Он создан для размещения на нем скриншотов, постеров и других изображений, которые могут понадобиться вам при создании различных тем, сообщений на форумах, соцсетях, на сайтах. Давайте разберем, к примеру, такой вариант. Вы общаетесь на форуме. И у вас требуют подтвердить вашу платежеспособность. Вы хотите показать свой скриншот. Ну вот, нажимаете «Ответить». Высвечивается такая рамка. Кликаете сюда. А вам говорят: укажите URL вашего изображения. И значит, вам надо вставить ссылочку на это изображение. А у вас ее нет. Где ее взять? Вот тут и приходит на помощь этот сервис FastPic. Вот переходим на него и смотрим, как это делается. Кликаем сюда «Добавить файлы» и выбираем, где у нас наше изображение. У меня вот на рабочем столе. Кликнул. Все, здесь выбираем «Без надписи». Тут ничего не меняем. Кликаю «Загрузить». Вот раз, и уже у нас он загружен. Вот, пожалуйста, ссылочка на это изображение. Вот изображение в теге AMG. Превью, увеличение по клику. HTML, картинка в тексте. То есть вы можете вставлять ее куда угодно, на сайты, на форумы эти коды. Пожалуйста. Ну, для нас, допустим, в данном случае интересует ссылка. Мы ее берем, просто вот так копируем. Копировать. Переходим на наш форум, кликаем на эту иконку и вот сюда вставляем. Вставить. Так, и смотрим, что у нас получилось. Вот, пожалуйста, вставился этот скриншот. И теперь вы можете подтвердить вашу платежеспособность. Вот такой интересный сервис, он может всегда вам пригодиться, так что пользуйтесь им. Ссылки я оставлю под видео, ну, может, еще на один сервис похожий такой же. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч!